Всем привет! С вами я, Наталья Куткова. Сегодня у нас с вами расклад, прогноз дня на 3 июля 2024 года. Итак, давайте посмотрим, какой же день и что нас ожидает. 3 – это хорошее число, число Юпитера, да? Так же, как 3 аркан, да, императрица. Так, что же нас ожидает на третий день? Карта прямая, это уже хорошо. Сегодня день для начала новых проектов, активности, планирования и реализации задуманного. Если уже решили действовать, то с сомнением лучше попрощаться. Они лишь ставят энергию, которая вам пригодится для претворения ваших задумок. В жизнь день хороший для поездок, путешествий, командировок и любых также передвижений. Удачного вам завершения одного дня, этого чудесного дня. Не забывайте, первое число вы взяли цель за этот месяц, да? Ну а третьего уже мелкими шагами вы можете идти дальше в эту цель, чтобы и она была осуществима. С вами была я, Наталья Гудкова. Пока-пока.